Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года внесены существенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, стадия кассационного производства реорганизована в стадию апелляционного с существенным расширением полномочий суда второй инстанции. После вступления в силу нововведений ответственность государственного обвинителя за полноту и всесторонность исследования доказательств в судебном разбирательстве существенно возрастает. Необходимое условие квалифицированного поддержания гособвинения – постоянно совершенствование прокурорами своего профессионального мастерства, что и является главной целью проведения подобных семинаров. Любые изменения, конечно, они требуют тщательного изучения, обсуждения, и мы сегодня это будем делать. Что касается введения апелляционного производства, которое вот недавно у нас появилось, ну, конечно, оно возлагает новые обязанности, новую ответственность на прокуроров, и мы будем этим вопросом заниматься, и будем совершенствоваться, и изучать это законодательство, и постараемся его правильно применить на практике. Несмотря на разность функций представителей прокуратуры и суда в уголовном процессе, задача у них общая, чтобы каждый виновный понес справедливое наказание, и ни один невиновный не был привлечен к ответственности. Изменения в законодательстве коснулись работы обеих структур, а потому и в рамках семинара вопросы апелляционного производства рассматривались специалистами двух ведомств. Для того, чтобы наша вторая инстанция более соответствовала международным стандартам и защищала непосредственно участников уголовного процесса, привлекаемых к уголовной ответственности, которым было предъявлено обвинение, именно введена такая форма пересмотра судебных постановлений, которая связана с тем, что суд второй инстанции непосредственно сам проверяет не только примененные нормы права к установленным судом первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, но проверяет непосредственно сам правильность установления этих фактических обстоятельств. То есть это суд по делу. Участие в мероприятии студентов Брестского государственного университета имени Пушкина – отличная практическая помощь в их обучении. Молодые люди имели возможность подробнее узнать не только о нововведениях в законодательстве, но и о работе прокуратуры и областного суда в целом, что, безусловно, сыграет положительную роль в деле их профессионального становления.